Как и многие памятники из фонда перемещенных культурных ценностей, поступивших в музей в 1946 году, фигура Иоанна Крестителя была сильно повреждена взрывами и пожарами. Отсутствие фрагментов плаща, ног и других деталей памятника делало невозможным его нормальное хранение и экспонирование. В процессе работы реставраторам предстояло решить три основные задачи. Провести структурное укрепление скульптуры, восстановить утраченные детали и элементы, а также изготовить поддерживающую конструкцию, обеспечивающую вертикальное положение экспоната. Наличие в музее гипсовой копии фигуры Иоанна Крестителя, заказанной Иваном Цветаевым в период строительства музея в мастерской в Берлине, значительно облегчило работу по восстановлению поврежденного памятника. В процессе реставрации существующие фрагменты были соединены. Утраченные элементы отлиты из композитного материала в силиконовой форме, снятой с гипсовой копии. Так появилась возможность сконструировать и изготовить опорный каркас. Считается утраченными в настоящее время плащ и левая рука, и некоторые мелкие фрагменты на поверхности скульптуры. В процессе изготовления фрагментов плаща и левой руки одна из стоек каркаса была помещена внутрь отливки, что придало дополнительную жесткость поддерживающей конструкции. Съемные детали скульптуры были зафиксированы штифтами. Нам удалось поставить фигуру Иоанна Крестителя вертикально, смонтировав на опорный каркас в точках, которые изолированы второпластовыми прокладками, чтобы не повредить самой отливке. После установки памятника на опорную конструкцию, его поверхность была укреплена специальным консервирующим составом. В результате проведенных исследований и реставраций памятник готов к экспонированию. И теперь скульптура Иоанна Крестителя работы Донателло вновь доступна для специалистов и посетителей нашего музея.